Мало кто знает, но рубль является древнейшей в мире валютой после британского фунта, которая до наших дней сохранила свое название. Вообще это название возникло в 13 веке и существует две основные версии происхождения понятия рубль. Первая версия наиболее распространенная, что рубль это отрубленная часть гривны древнейшего славянского денежного знака. А вторая версия, что слово рубль происходит от слова рубец, так как литье серебряных слиток на Руси осуществлялось в двух формах, и они соединялись, и возникал некий такой рубец, вот, который якобы назвали рубль. Ну и еще одна версия, частично совпадающая с первой, озвученная в романах Бориса Акунина. Рубль отрубали от серебряного пруда. Так возникла эта монета. Так или иначе, но само слово рубль на монете появилось только в 1654 году, во время первой на Руси денежной реформы царя Алексея Михайловича. Она оказалась неудачной, она привела к девальвации валюты, и, соответственно, вызвала так называемые медные бунты. А системно некую такую денежную уже продуманную, более избалансированную структуру в России ввел император Петр I. Медные монеты вернулись в денежное обращение в России в 1700 году в ходе денежной реформы Петра I. Были выпущены монеты номиналом в одну вторую копейки деньга, одну четвертую полушка и одну восьмую полуполушка. В 1701 году начали выпускать серебряные монеты номиналом в 50 копеек, которые носили название полтина. 25 – полуполтинник, 10 – гривенник и 5 копеек – 10 денег. Регулярная чеканка монет достоинством в 1 рубль началась в 1704 году. Весом 28 граммов, при содержании чистого серебра около 25-26 граммов. В том же 1704 году началась чеканка медных копеек и золотых монет, впервые получивших название червонец, по весу в 3,47 грамма. Монета номиналом 1 червонец соответствовала венецианскому дукату. В 1718 году проба золота была снижена до 781, а в 1729 году проба снова повысилась до 981 и больше не снижалась ниже 900 до 1911 года, когда были выпущены последние червонцы Российской империи. Выпускались червонцы номиналом 5, 7,5, 10 и 16 рублей. При дочери Петра I Елизавете I в 1755 году в России появилась новая денежная единица Империал ну, это название, наверное, многим часто встречалось в литературе империал имел достоинство, равное 10 серебряным рублям. С 1768 года, то есть уже при Екатерине II, в России, вслед за многими странами Европы, напомню, что первой была Франция, начался выпуск бумажных денег, ассигнаций. И надо сказать, что в России введение бумажных денег, в отличие от многих европейских стран, прошло достаточно гладко, то есть без каких-то девальваций и без громких финансовых афер, как это случилось в Париже в начале 18 века. При Павле I система, которая устаканилась при Екатерине II, продолжала существовать, но червонцами стали уже считаться золотые монеты достоинством в 5 и 10 рублей. И именно в таком виде денежная система России и рубль вошли в царство и Александра I, и Николая I, и только в середине царствования Николая I в 1839 году Россия и ее рубль вступили в пору новой финансовой реформы, которую затеял министр финансов Николаевского времени Егор Конкрин. Основной причиной реформы Егора Конкрина стало обесценивание ассигнаций, которые на 1839 год обменивали по курсу 3,5 рубля за 1 рубль монетами был введен серебряный стандарт. Основным средством платежа был объявлен серебряный рубль с содержанием 18 граммов чистого серебра. Бумажные банкноты ассигнации в 1843 году заменили государственными кредитными билетами, которые можно было обменивать на золото и серебро. Надо сказать, что реформа министра Конкрина оказалась достаточно удачной, потому что рубль вот в том виде, который был придан в результате реформы, просуществовал практически 60 лет с поправкой на неудачу России в Крымской войне, когда рубль значительно обесценивался. А так всю вторую половину 19 века а конкретская реформа по сути и определяла э, валютную систему страны и в этот момент страна подошла к времени третьей самой существенной и самой успешной денежной реформы в истории России за все время ее существования. Это реформа знаменитого министра финансов, до этого министра путей сообщения, а позже председателя Совета министров Сергея Витты. Именно Витты сумел придать рублю ту известную нам также по литературе и по истории силу, которой он пользовался вплоть до революции 17 года. В 1895-1897 годах в России была проведена масштабная денежная реформа под руководством министра финансов Сергея Виты. Главной целью реформы был перевод финансовой системы на золотой стандарт. Чтобы обеспечить свободную конвертируемость российского рубля, был установлен размен кредитных билетов на золото из расчета 1 бумажный рубль за 1 рубль золотом, а также уменьшен номинал империала с 10 до 7,5 рублей с прежним содержанием золота. В 1897 году было установлено золотое содержание рубля в 77 сотых грамма чистого золота. Серебряная монета и государственный кредитный билет достоинством в 1 рубль были приравнены к 1,15 империала. Таким образом, рубль стал четвертой по стоимости валютой после британского фунта, доллара США и португальского мильрейса. В 1914 году после начала Первой мировой войны размен банковских билетов на золото был прекращен. И золотые, а затем серебряные и медные монеты в России были выведены из обращения. К началу 1917 года покупательная способность рубля составила 27 копеек в довоенных ценах, а к октябрю 1917 года 6 довоенных копеек. Ну а далее события февраля 17 года и естественно все это сказалось на рубле. Временное правительство в тот момент, когда его возглавлял Александр Керенский, выпустил новые казначейские ассигнации достоинством 20 и 40 рублей. Именно они вошли в историю под всем известным названием «Керенки». И, что интересно, оставались законным средством платежа еще и при большевиках, вплоть до 1922 года. Сменившее временное правительство советская власть, соответственно, привнесла новое в систему рублей были выпущены новые денежные знаки РСФСР, чуть позже СССР. Назывались они по первости даже не рублем, а знаками. Но в 2020 году в результате жуткого обнищания, экономического коллапса и так далее, и так далее, произошла мощнейшая девальвация рубля. В 30 тысяч раз все это опустилось. И впервые тогда в России были отпечатаны монеты достоинством несколько миллионов рублей. Кстати, именно с тех пор в жаргоне и появилось в России обозначение лимон, которым мы обозначаем миллионы. Советское правительство предпринимало целый ряд шагов по спасению рубля, но, в общем-то, вся первая половина 20-х годов ⁇ это время неудач рублевой зоны значительное обесценивание, девальвации и так далее. Впрочем, как ни странно, были и успехи. В 22 году правительство РСФСР выпустило так называемый российский, позже советский червонец, и вот этот червонец, который был обеспечен золотом, показал не только жизнеспособность, но и значительный интерес с точки зрения инвесторов. Он не обесценивался, и более того, к 25 году он уже котировался на биржах Риги, Милана, Лондона и так далее. И так далее. Этот червонец стал основным расчетным средством в тех закупках оборудования, которые производило советское правительство в годы, первые годы индустриализации страны. Таким образом, рубль стал таким хорошим финансовым инструментом всей той экономической де-факто реформы, которую мы воспринимаем сегодня как знаменитая Индустриализация 30-х годов. Начиная с 1924 -го года, РСФСРовские денежные знаки стали меняться на советскими. И примерно в таком виде просуществовали 30-е и 40-е годы. Кроме того, в 40-е годы на оккупированных территориях была введена оккупационная марка. И даже после освобождения до 1 января 1945 года советское правительство было вынуждено пользоваться, вернее разрешить жителям этих территорий пользоваться этим денежным знаком как законным платежом, пока не был наведен окончательный порядок с точки зрения доставки рублевой массы в бывшие оккупированные территории и возврата к нормальной денежной системе. В 1947 году, практически только выйдя из Второй мировой войны, советское правительство приступило к очередной масштабной денежной реформе. На этот раз рубль был деноминирован в 10 раз, поскольку количество нулей на банкнотах увеличивалось и увеличивалось. Было установлено золотое содержание рубля рубль был приравнен по курсу к американскому доллару в соотношении 4 к 1 и ожидалось что вот этот укрепленный рубль будет э, таким нормальным действующим средством э, на послевоенные пятилетки. Однако реформа оказалась не слишком удачной, и уже в 1961 году при Никите Хрущеве советское правительство предприняло еще одну деноминацию, когда был отрезан очередной ноль, и внедрило новые образцы и новое соотношение рубля с устанавливаемым тогда в директивном режиме кросс-курсами по отношению к другим мировым валютам. И реформа Хрущева оказалась куда более удачной, во всяком случае, именно в таком виде, который, и в таких соотношениях, которые были установлены в 1961 году, советский рубль дожил до конца Советского Союза и даже немножко пережил его. И я думаю, многие из наших зрителей помнят советский рубль именно в образцах, установленных реформой 1961 -го года. В 60-е, 70-е, 80-е и самом начале 90-е курс рубля по отношению к мировым валютам устанавливался директивно и традиционно печатался в газете «Известия». Поэтому очень многие искренне считают, что в этот момент... А рубль по отношению к доллару котировался по цене примерно 60-65 копеек за доллар. На самом деле на черном рынке рубль продавался по цене в 10 раз э, меньше, и, то есть э, примерно относился к доллару как 6 к 1. Именно в таком валютном соотношении и в таком виде советский рубль дожил до конца 1991 -го года, когда было объявлено о распаде СССР и оставался законным средством платежа в новом государстве Российской. Российской Федерации, где рубль был провозглашен национальной валютой. Российский рубль – национальная валюта Российской Федерации. Один российский рубль равен 100 копейкам. В обращении находятся банкноты номиналом 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей, а также 1, 5, 10 и 50 копеек. Эмитентом российского рубля является Центральный банк Российской Федерации. Современный российский рубль был запущен в обращении 30 ноября 1991 года. Советский рубль был окончательно выведен из обращения в 1993 году. Последней страной из числа республик бывшего Советского Союза, отказавшейся от советского рубля в 1995 году, стал Таджикистан. 1 июля 1992 года было отменено государственное регулирование курса российского рубля после чего он сразу же упал до соотношения с долларом США 125 к 1. А к концу года рухнул уже до соотношения 450 к 1. К сентябрю 1993 года рубль обесценился к доллару США до уровня 1299 к 1, а к октябрю 1994 года до значения 3926 к 1. Темпы инфляции существенно замедлились, начиная с середины 1995 года, когда соотношение с долларом США составило 5160 к 1. К декабрю 1997 года рубль снизился к доллару США лишь до уровня 5960 к одному. Ну и последнее самое значимое событие, оказавшее влияние на валютный ландшафт в России, это знаменитый дефолт 1998 года. После дефолта рубль в связи с резкой девальвацией был вновь деноминирован, на этот раз в тысячу раз, и после семилетнего перерыва в российскую денежную систему вновь вернулись монеты, о которых мы забывали с советских времен. Вот в этом состоянии рубль уже не изменяясь, а под влиянием уже естественных экономических факторов, будь то рынок, будь то действия регулятора, так или иначе изменял свое соотношение с курсами основных ведущих мировых валют, однако формально с 1998 года рубль не меняется. Основное движение произошло в 2014 году, когда рубль был достаточно резко девальвирован по отношению к доллару США. Исторический минимум российского рубля по отношению к доллару достигал 83 рубля за доллар. Такова вкратце история российского рубля, напомню, самой древнейшей после британского фунта валюты, которая в этом своем названии дожила до наших дней. Ну а подробнее о рубле и о других мировых валютах вы можете прочитать в специальном разделе нашего портала Финверсия.